Красим откосы. Вот эти. Укрыли все. Здесь укрыли. Там обычные откосы. Ладно. Так, сопло. Сопло 514. FFLP. Краска Dulux. Бинда 2. Для стен и потолков. Это пройдемся, типа, проявочный слой будет. Если вдруг где-то какие-то косячки вылезут, то мы их подотрем. А если нет, тогда поверх уже будем красить Farbman Carbon. Ну, это еще покажу в другой раз. Так, все, давление, не знаю, какой манометра, нет. Давление такое, что факел раскрылся. Все, красим. Подписывайтесь на него. Все. Теперь откосы высыхают, наверное, завтра, как высохнут, где-то косячки какие-то подотрем, грунтанем, и все, и будем наносить уже финишные два слоя. Вот откосы высохли, и показала, где нужно что делать. Вот, например. Просадка. Сразу не было ее видно. Вот. То есть такие маленькие дефектики мы сейчас все исправим под лампу. И все. И будет готово к дальнейшей покраске. То есть сейчас подшпаклевываем акрил-пуцем.
подшпаклевываем и потом весь откос вместе с краской перетираем. Все, работаем. Итак, откосы подготовили, перетерли. Блестят вон, погрунтовали. Ровненько. Так, все, короче, обклеил, устелил вот такую площадь. Вот здесь. Получается, вот там вот все скотчем прохожу, чтобы когда буду дуть краской, чтобы пыль не вылетела оттуда из-под низу. Ну, потому что как ни пылесос, все равно пыль будет. Вот узкий откосик. Тоже все подвели. Вот после покраски тоже попротиралось. Где-то до шпаклевки, где-то нет. То есть как автомобиль получается, нужно подготавливать. Вот. То есть кто любит заморачиваться, у которого есть нервы, то, конечно, можно заняться. Ну, прикольно, конечно. Прикольно позаниматься. Вот сверху. Так вот смотрится. Это до покраски. Так. Краска Farbman Carbon. Сверхпрочная краска для стен и потолков. Особо стойкая к мытью для всех типов помещений. Типа хватит на 54 квадрата. Но здесь у нас квадратов может быть 6. В общей сложности 3 откоса. Литр уходит сразу на аппарат заполнить. И дальше уже посмотрим, насколько хватит. Красить буду в 2 слоя. Красочку сейчас разбавлю, 10% водички добавлю, буквально немного. Чуть-чуть сделаю жижу. Да, надо ее разбавить и перемешать. Просто перемешу. Водичка. Так, сопло все тоже 514, другого нет граковского. Сейчас заполняем краской. Фильтр здесь 150 меж для краски. Все, загружаем краску и пробуем красить. Так, взял пустое ведро. Посмотрим, сколько воды сейчас заполнено в системе. Сразу короткий путь по малому кругу, спускаем. Все. Выкачиваем воду, пока не пойдет краска. Смотрим, сколько в пистолете. Все. Ну, литр, да, примерно литр.
Идем на стену. Здесь максимально открутили, но чуть-чуть добавим давление. И пробуем факел. Манометр закажу на Алиэкспрессе. Пока что без манометра наугад работаем. Так, пробуем на стене как раз делать. И раскрываем факел и красим стену. И красим откосы. Так, чуть добавил. Факел вообще не раскрывался. Полос нет. Все устраивает. Поставил боковой свет, чтобы был виден блик. Так, надеюсь, видно все. И то, как обычно, не будет ничего видно. Фух, пошли. Тоже проходит. Отлично. Ну, что-то не фокусируется. Такая фактурка мелкая. Так, поставлю далеко. Сразу пробился. Углы Не снял откос, так. Все, переходим на тот большой.
Ну вот так. Есть, конечно, тут вот косячок чуть-чуть. Пропустили. Ну. Все, даем пару часов на просыхание. И приходим, красим еще раз. Вот здесь уже просыхает. Где тут блики? Вот, видно, чуть-чуть просыхает. Все, ждем полного высыхания. Часа 4-5 дадим. Вечером еще раз пыльнем. И будет на этом все. Вот так интересно получается. Так, ушло у нас краски пола ядра. Думаю, на один раз хватит. Еще, то есть на второй раз, я думаю, хватит. Аппарат мыть сейчас не буду. Пистолет опущу в воду, чтобы не засыхало сопло. И все. Забыл сказать, что в наборе масло было. И им нужно смазывать вот здесь вот поршень. Я вчера смазывал, когда красил первый слой проявочный. Сюда идеально подходит. Вот этот, по идее, микрофон, типа, да, шланг заборочный, должен туда ставиться. Но он туда не держится. Сильно жесткий шланг, вот этот вот, сильно жесткий. И он его, короче, снимает. Ну, как бы вываливается оттуда. Вот. Этот тоже неудобный. В плане, что он никак никуда не держится. Как-то провернуто здесь или провернуть, не знаю. Короче, мне не нравится пока что. Просто вот его такое удобное положение, это вот такое. Понимаете, да? Вот такое это его удобное положение. То есть его бы в идеале здесь вот провернуть чуть-чуть, чтобы оно вниз смотрело. Тогда было бы отлично. Так его все время вываливает. Короче, такой момент. В целом нормально. Но отсюда ничего никогда не идет. То есть продули, промыли. Вот так вот он стоит, в принципе, и отсюда вода не выходит. Или ни краска не капает, ничего. Вот. Все, сейчас пленкой укрою шланг, краску. И все. Консервируем. И через часа 3-4 придем, покрасим еще один слой. И на этом будет конец с откосами. Таким образом закрыл все, скотчем обмотал по кругу, все нормально. Пистолет лежал в воде, смотрим, все работает. Так, все красим. Так вот, чуть-чуть пробивает темненькое, но это ничего страшного. Второй слой, думаю, перекроет все. Вообще. Так, ну все, красим сейчас. Прошло 4 часа.
здесь вот еще той же раз прошелся по всем. Чисто уголок, чтобы когда обои там или декоративка будет, чтобы четенько здесь можно было скотчиком отклеиться. И все. Нет, валиком нереально было бы покрасить. Особенно вот в этих углах. Особенно в этих углах. Так равномерно, все красиво. Да. Валик не потянул бы. Там вот на нет. И все пошло. Да, сейчас чуть посижу, посмотрю, как впитывается, как растекается. И все. Да, если так посчитать, то вся работа по времени где-то заняла. Ну, если каждый день часов с 8 или с 9 и до 5, к примеру, то где-то неделю, если каждый день. Но каждый день не получалось работать так, как нужно было, чтобы слоя высыхали. В общей сложности где-то месяц ушел на вот эти вот все. Потому что придешь вечером, что-то сделал, ушел. Потом пришел утром, что-то вытер, ушел. Он там уже подсыхает. Вот. Сейчас вот так вот все станет матовое, я еще раз сниму, и все. И, скорее всего, завтра уже приду и засниму уже до конца все. Так. Фактурка есть мелкая.